Да что за ДТП? Потребляли спиртные напитки? Да. 0,809 тысячных миллиграмм на литр. Состояние алкогольного опьянения установлено. С результатами согласны? Конечно. А? Вы у нас водили какого автомобиля? На чем передвигались? На своем автомобиле. Так, в таком состоянии куда поехали? Водитель. Какая была необходимость садиться за руль в состоянии опьянения? Давайте не будем в этом.